Приветствую всем канале, с вами снова я, пожалуйста, одного видео. Мы поговорим о такой теме, как сделать короткое видео для вашего YouTube канала. Короткий видеоролик — это 30-секундный и минутный видеоролик, которым коротко и ясно объясняют о той или иной ситуации, либо же просто рассказывают интересные истории. Также это видеоролик, запоминающий и повторяющий его в одном элементе. На данный момент я сделал 15 видеороликов, коротких видеороликов, на своем втором канале, со своим лучшим другом Ванюшей. Дорогой мой любимый Андрей, я пишу тебе письмо о том, как сильно я тебя люблю. Мне просто не передать моих чувств к тебе. Моя любовь к тебе — это как Шрека к Фионе. Я очень сильно люблю тебя, мой родной. А, так о чем это я? А, сейчас я покажу, как сделать короткий видеоролик в программе Vegas Pro. И перед началом мы заходим в настройки и меняем разрешение на 1080 и на 1920. Это самое вертикальное разрешение для шорт видео. И не только. После этого все фрагменты видео на данном этапе мы трансформируем в вертикальное формате, то есть в самом узком разрешении. Делаем все, как показано на видео. И после этого сохраняем и заходим в рендер. В рендере меняем настройки на вертикальное качество. Настройка — ищем MGTX MP4 и делаем разрешение 1080 HP в 30 FPS. Настройку убираем то или иное качество и ставим 1800 на 1920. Ну а также сохраняем. После этого мы называем как хотим и рендерим. И все, наше видео готово. Ну а чтобы это видео попало в шорт, просто название и в описании, и в тегах пишем хэштег шорт. И в ином случае ваше видео попадет в шорт и рекомендации видеоканала. И не только. Ну а на этом у меня все. Чекай телеграм-канал, там разные плюшки для тебя в формате стикеров, стикер-пака. Чекай мои стримы, сейчас там будет много интересного для тебя. И не только. А с тобой был Йола, на этом все, удачи и пока.